Воспитанник и тренер третьей спортивной школы Бийска Павел Теренин успешно выступил на открытом чемпионате Москвы по самбо среди мастеров и встал на высшую ступень пьедестала почета. Павел Теренин уже не первый раз принимает участие в мастерских турнирах. В 2019 году воспитанник и тренер ДЮСШ-3 взял награду высшей пробы и стал чемпионом мира среди мастеров. И вот очередная победа. Павел Теренин поддерживает форму и выходит на ковер и является примером для подрастающего поколения самбистов, которые тоже не отстают от своих наставников. Так в Томске прошли всероссийские соревнования, и конкуренция там была очень серьезная. Всего больше 400 самбистов из 17 регионов страны оспаривали пальму первенства. В итоге воспитанники третьей спортивной школы Бийска взяли 6 наград: 3 бронзовых, 2 серебряных и золотую. Лучшими в своих весовых категориях стали Екатерина Лаптева, Вероника Коробова, Виктория Лукина, Кирилл Корешев, Роман Тарасов и Максим Мухачев. Финалисты турнира получили право представлять свои регионы на первенстве России. Оно пройдет в сентябре в Казани.